Такие санитарные узлы установлены в Сочи, Геленджике и Анапе. На набережной завершается монтаж туалетных кабин для людей с ограниченными возможностями. Это быстровозводимые объекты, в основе которых используется каркасная конструкция, облицованная алюминиевыми листами. Санитарные кабинки отвечают всем современным требованиям. Сантехника и электроника импортного производства. Буквально на каждом метре кабины смонтированы датчики, которые отвечают за безопасность и комфорт. Также предусмотрено место для оператора. Он будет следить за порядком на веренной территории. На данный момент бригады ремстроя завершают облагораживание подъездных путей к прилегающим объектам. Монтируются пандусные подъезды с таким расчетом, чтобы инвалиды-колясочники имели возможность беспрепятственного доступа. Пришлось немножко демонтировать там 20 метров тротуара. Сейчас все выставляем по уровню, по правилам, по требованиям и делаем так, чтобы это было удобно для людей, вот, которые ограничены. Жители и гости города по достоинству оценили новшество. Санитарные узлы уже начали функционировать в парке Ореховая роща, на набережной в районе улицы Толстого и возле городского маяка. Посещение этих социальных объектов для инвалидов совершенно бесплатное. А всего на территории набережной планируется установить 6 подобных конструкций.